Карин, что случилось? Везде недовольная ходишь. Саид, понимаешь, ты козерог, я скорпион. Машка сказала, что мы совсем не совместимы по гороскопу. И? Что и? Ты понимаешь, у нас нет будущего. Так все дело в гороскопе было? У меня дядя с тетей тоже козерог и скорпион. Они уже живут лет 40 и счастливы. Какая дурочка иногда у меня. Пойдем погуляем, я тебе киндер подарю, пойдем. Так что ты делаешь-то? Да ничего, скучно. Слушай, а может увидимся? Да, давай увидимся. Да, мам. Мам, я занят, я не могу тебе помочь. Давай, мам, я очень сильно занят. Да, мам. Да, дед, тепло, я. Ты можешь не звонить? Я очень занят. Давай, мам. Блин, что-то холодно. Может, пойдем посидим где-нибудь? Алло, мам. Можешь мне скинуть 2000 рублей? Да как? Нет, найди у кого-нибудь. Все, давай, мам, жду. Да, мам. Здравствуйте. Вы слышите телефон? Можешь мне звонить? Я очень занят. Давай, мам. Что с ним? Все хорошо. Я нашла телефон и хотела бы вернуть. Я такая голодная, Саид, я сейчас просто все закажу. Ты что, ты тут цены видела? Мы с тобой на айфон копим. Давай что-нибудь недорогое закажем и все. Ладно, тогда мне просто воды. О, мне тоже. Вода вкусная здесь, да? Я голодная, давай поедим. Давай хоть что-нибудь закажем. Я наелась, мне было так вкусно. Да, и красиво было. Ты что загрустила? Мы потратили деньги, которые мы копили на мой айфон. Ты не мог меня остановить? Мог. Короче говоря, ходил я вчера за покупками. Ничего не предвещало беды. Сразу поясню, что случилось. Ко мне подошел продавец. Вы все сейчас скажете, ну и что? В принципе, да, ничего такого. Но вчера была какая-то напасть. Если я захожу в магазин и ко мне подходит продавец, я оттуда сразу ухожу. Заходил в 10 магазинов. Во всех 10 ко мне подходили продавцы. Вам подсказать что-нибудь? У нас новая коллекция. Вон там углу у нас скидки. Я смотрю, вы не можете выбрать, да? Самое интересное то, что у них дикция и речь одинаковая везде. Вообще, это глобальная проблема человека. Они забирают у нас самостоятельность. До 18 лет родители тебе выбирают, что ты будешь носить после 18. Продавцы? Ситуация. Я захожу в магазин. Мне нужно купить нижнее белье. Как будто назло за мной ходит продавец. И что в итоге? Ничего не покупая, выхожу. И мне вдогонку кричат. Спасибо, что посетили нас. Приходите к нам еще. Я нашел выход. Буду заходить в магазин, говорить, что я за хлебом. Они такие, у нас нет хлеба, у нас одежда. И я такой, вот именно, отстань от меня, я за хлебом. Женщина, моя зарплата куда делась, а? На реснички и обувь. Каждый месяц трачу мою зарплату на реснички, на обувь. Я уже полгода не могу накопить себе на машину, на шины зимние. Понимаешь ты это или понимаешь? Нет? Ты понимаешь? Ты чего ты улыбаешься? Я думаешь, куплюсь на это все? На этот раз я не куплюсь. Знаешь, я накоплю себе на машину. Я лично жду дома в 9. Милая, как хорошо, что ты потратила мои 20 тысяч. Вчера зарплата пришла, а сегодня 20 тысяч нет. Это прекрасно. Я на свою машину коплю, ничего страшного. У меня еще осталось 10 тысяч. Ты можешь и их потратить с удовольствием. Дома я тебе приготовил подарок. Я поеду домой, а ты здесь еще посиди, если хочешь. И дома увидимся. Все. Все хорошо? Все прекрасно. Каждый месяц меня радует. Люблю его. Уйду и скажу, достала эта музыка твоя.
компании бывает, в ресторанах. Мальчики дарят цветы, подарки. У вас все скучно, вы вечно в телефонах сидите. Да ну эту взрослую жизнь. Ты серьезно? Ты хочешь со мной расстаться? Ну да. Мы с тобой вместе уже 4 года. Наши родители знакомы и дружат. Уже почти 2 года, как познакомились. Понимаешь, ты хочешь расстаться из этой мелочи? Не смей называть это мелочью. Ты был в онлайне 5 минут и не написал мне. Мне звонили, в WhatsApp звонили. Как я напишу, если я разговариваю? Вообще-то WhatsApp можно было и свернуть. Саид, сколько можно в этом торговом центре ходить? Мы уже 2 часа этот ашман обходим. Да Женьке звоню, она не берет. Что я могу сделать? Не знаю, что купить. Импровизирую. Почему тогда мы ничего не берем? Я не знаю, что купить. Не дозваниваюсь, говорю. Может, хлеб? Эй, человек, не знаю, говорю. Не дозваниваюсь до нее я. Тогда я знаю, что делать. Встань, говори. Женька, я до тебя не дозвонился, из этого в Инстаграм выкладываю. Что надо купить, я забыл. У тебя же ее номер есть? Да, номер есть. Угу. Есть что напиши. Я не могу до тебя дозвониться, и поэтому я делаю видеообращение. Что мне надо купить? Все, пойдем. Привез? Привез. Товар доставай. Сначала деньги. Здесь все. Все, расход, ты меня не видел, я тебя не видел. А проверять? Я тебе доверяю. Если что, найду. Тут мне приходит забавная мысль, что происходит с Инстаграмом. Вы не заметили такую вещь, что старое это новое? Нет? Эти челленджи. Раньше уже был челлендж с перевоплощением вот этому. А теперь появился Кармас Бич. Вы заметили, что одно и то же, просто песня другая, да? Сейчас в моде стал вот этот челлендж. Нет, не этот. Вот так было. Так это же тоже раньше было, это повторяется, да? Мне на ум пришел манекен челлендж. Скоро же его время обратно, какая-то песня выйдет хайповая, и под нее будут снимать манекен челлендж. Зуб не даю, конечно же, но... Не, ну реально подумать, что сейчас хайпует? Какие-то игры, какие-то челленджи, подъем, переворот. Я не знаю, что происходит, что вам люди нравится, что... У меня не бомбит, абсолютно меня не бомбит! Вызов принят, я буду делать то, что не делал раньше. Пойду огород копать. Саид, это же мой самый любимый магазин в парфюмерии. Пойдем, пойдем, пожалуйста. Пожалуйста, Саид, я за этот месяц еще ничего себе не покупал. У меня руки чешутся, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пойдем купим новые духи. Ты не понимаешь, мы опаздываем. Тогда я тебя никуда не пойду. Полина, вставай, на нас люди смотрят, встань с пола. Не встанешь? Не-а. Смотри, что у меня есть. Давай в следующий раз сходим. Договорились? Договорились. Машинки. Побежали играть.